Остались без дешевых лекарств. В центре Саратова сгорела аптека низких цен. Чистый четверг. Активисты отмыли бесхозный памятник Столыпину от грязи и глубины помета. Хоть какой-то процент оставлять в Саратовской области. Депутаты попросили сенаторов перераспределить акцизы на табачную продукцию. Об этом не только расскажем в программе новости РЕН-ТВ Саратов в 19:00.